Это программа «Молдова и молдаване. Здравствуйте!» Наш очередной эпизод мы снова снимаем на берегу Днестра. Населенный пункт небольшой, но если верить информации, которую мы получили в процессе подготовки к этой программе, будет очень интересно. Эпизод, как вы уже догадались, мы снимаем в селе Маловато. Населенный пункт небольшой, здесь проживает порядка 2000 человек. От Кишинева до села Маловато всего 70 километров. На личном авто путь преодолевается за час с небольшим. Самый оптимальный маршрут через трассу М-21. Расположенная в низине и окруженная холмами, Маловато будет интересно как заядлым путешественникам, так и желающим провести несколько дней вдали от городской суеты. Село Маловато богато живописными местами, овеянными легендами. Было бы глупостью не узнать о них. Я уверена, что все, кто приедут в село Маловато, зарядятся позитивной энергией и поразятся красоте местных пейзажей. Кому-то будет интересно покорить наши скальные холмы, кому-то будет не менее интересно посетить пещеру, полную секретов. Но и романтикам Маловато может предложить интересное времяпрепровождение на берегу Днестра или отдых у старого родника. Изучать село Маловато мы начали с местных природных красот, которых немало. В этом нам помогли сотрудники местного дома культуры, показавшие нам интересные тропы и живописные места. Наш первый пункт – скальная пещера, путь до которой может показаться нелегким и даже опасным. Но мы не без помощи наших гидов с этой задачей справились. Мы находимся в Маловатской пещере. В народе говорят, что давным-давно здесь располагался скальный монастырь, где жили монахи как из нашего села, так и паломники. В определенный момент служить тут перестали, и монастырь было решено перенести. А из пещеры был изъят камень, который был использован для строительства нынешней церкви в центре села Маловато. О церкви, для строительства которой был использован камень, мы расскажем чуть позже, ну а пока исследуем пещеру. Чем дальше идем вглубь, тем температура ниже. В день съемок на улице было более 30 градусов тепла, в пещере было меньше 15. Мы исследовали много пещер, ездя по разным населенным пунктам в рамках передачи «Молдова и молдаване», но эта пещера действительно огромна. Она уходит в глубину на несколько десятков метров. Здесь несколько разграниченных помещений. Одно большое помещение, напоминающее зал, и несколько маленьких комнатушек. Также, если пойти в левую сторону, там открывается проход, который проходит под скалой и выводит обратно в большое помещение. А если выходишь из этой пещеры, то открывается потрясающий вид на Днестр. Вид на Днестр из пещеры захватывает дух. В этом месте русло реки формирует крутой изгиб и открывается панорама на два села – Маловато на правом берегу Днестра и Новую Маловато на левом. На границе двух сел – Маловато и Новая Маловато – река Днестр меняет направление и формирует подобие изгиба. Здесь ширина русла достигает 800 метров, что является самым высоким показателем по всему течению реки. Согласно местной легенде, это место называется «Берег Вадула». Оно было хорошо известно, потому что самые талантливые каменщики приходили сюда за камнем. Из поколения в поколение сочетание слов «берег» и «вад», что на молдавском звучит как «мол» и «ват», преобразовалось сначала в словосочетание «малый ват», а потом в нынешнее название села Моловато. Так как вход в пещеру расположен далеко от вершины холма, мы решили подняться повыше. Путь к самой высокой точке оказался более тяжелым, нежели до пещеры, но это определенно того стоило. Thank you.
Конечно, можно полюбоваться видами на Днестр из пещеры, но мы пошли еще дальше, а точнее еще выше. Мы забрались на самую вершину холма, в котором находится пещера. Точка, на которой мы находимся, так и называется Маловато Viewpoint. Отсюда открывается божественный вид на Новую Маловату, Старую Маловату, на Днестр. Также это место пользуется особой популярностью у желающих сделать предложение своей половинке. Отсюда с высоты нам повезло отчетливо увидеть паром, курсирующий между двумя маловатыми раз в несколько часов. Снимать его вблизи запрещено, ибо объект находится под присмотром пограничной полиции, но съемки с вершины холма никто не запрещал. Спустившись с холма и изрядно устав, мы остановились, чтобы перевести дыхание у родника, который, если верить местным жителям, был открыт первыми поселенцами этих земель. Радивера вемон извор фарт фрумос, атрактив, где ну май де локалитате наср, кари ала причиаза, дар... Действительно, в нашем селе есть необыкновенный родник, очень старый и привлекательный не только для наших жителей, но и для туристов. Все, кто сюда приходят, удивляются красоте этого места. Уже не сохранилось точных данных, когда источник был впервые открыт, но считается, что первые поселенцы Маловато нашли это место. И с тех самых пор, вот уже несколько веков, течение родника не прерывалось. Конечно же, раньше водность источника была выше. Сейчас и климат меняется, и засуха постоянная. В 1990 году родник был облагорожен. До этого люди здесь поили животных, стирали ковры или овечью шерсть. Это был главный источник воды для всего села. После этого 30 лет назад здесь появилась постройка, чтобы людям было удобнее брать воду. С тех пор животных сюда не водят, на водопое не стирают ковры. В 2007 году постройка претерпела некоторые изменения, а в 2020 году постройка была кардинально изменена и стала такой, какой вы ее сейчас видите. Один холм осмотрели, но дальше наш путь снова вел на вершину, где расположен огромный металлический крест и откуда открывается не менее живописная панорама. Для этого нам пришлось вернуться в село и снова по бездорожью прокладывать свой путь. На нашем автомобиле проехать не удалось. Еще одна причина, по которой наше село стало популярным на туристических картах, это 25-метровый крест, установленный здесь осенью 2015 года как символ доброжелательности, веры и процветания. Это один из самых высоких крестов, установленных на территории Молдовы, если быть точнее, второй в списке. Добраться до этого места нелегко, поэтому вам понадобится много энтузиазма и удобная обувь. Крест расположен на одном из холмов окружающих село. Добравшись сюда, вас ждет невероятный вид на Днестр, который можно запечатлеть на фото и который наверняка останется в вашей памяти. Еще более красочно конструкция выглядит ночью. Металлический крест освещается специальными лампами и отчетливо виден издалека. Своими размерами он уступает лишь Неспаринскому кресту, высота которого достигает 35 метров. Раз уж разговор зашел о религии, самое время посетить местную церковь. В селе Маловато построен один из самых больших храмов в округе, освященный в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Разрешение на съемки внутри обители нам не удалось получить от настоятеля, но об истории этого места мы все же узнали. Мы сейчас находимся во дворе церкви Рождества Пресвятой Богородицы, которой руководит отец Андрей. Прямо сейчас он на службе и не может прерваться. Это очень старая церковь, которая недавно отметила 110-летие. Ее строительство было очень тяжелым. Над возведением храма трудились люди, которых уже нет среди нас. Раньше в нашем селе церковь располагалась в центре села, где сейчас дом культуры. После того, как ту церковь демонтировали, построили обитель на этом месте.
История села Маловато повествует о трех церквях, построенных тут в разные периоды. Первая из дерева и глины была построена в 1795 году и освящена в честь архангелов. Она располагалась на месте нынешнего Дома культуры. Церковь просуществовала недолго, и в 1842 году жители села построили вторую церковь каменную, в которой был один престол – архангела Михаила. Свято-Михайловская церковь располагалась неподалеку от современной, во дворе которой сохранилось несколько фрагментов фундамента старого храма и его алтаря. Завершение строительства нынешней церкви датировано 1912 годом. Церковь сегодня выглядит точно так же, какой она была построена. Храм построен в русском стиле, как это было во времена царской России. Мы сохранили этот старый стиль. В церкви нет ничего от нового румынского стиля церковной архитектуры. Если вы приедете сюда не во время службы, то вам может повезти, и вы сможете подняться к колокольне, которая расположена под куполом. Колокольня очень старая, из дерева. Я там бывала еще маленькой девочкой. Так вот, как было 110 лет назад, так и осталось. Приверженцами идеи сохранения церкви в ее первозданном виде были все ее настоятели. Конечно, церковь в селе Маловато претерпела несколько капитальных ремонтов, но местные уверяют, что это не повлияло на ее внешний вид, лишь освежило архитектуру и роспись на стенах. К слову, ремонтные работы в храме ведутся и в настоящее время, из-за чего доступ туристов в церковь временно ограничен. La Occidente nu era biserică când aici a lucra, țin minte când eram și eu copil mic, veneam aici. Я сама родилась в соседнем селе Аксенте, и когда была маленькой девочкой в советское время еще, приезжала сюда на службы и причащения, потому что в моем селе церковь была закрыта, а здесь двери были открыты. Конечно, в нашей стране есть церкви и постарше, но наши нам ближе. Люди ходят на службы. К тому же этот храм является самым большим во всем Дубосарском районе. Дарвин. Как уже отмечалось, бывшая церковь села Маловато располагалась на месте, где сейчас стоит Дом культуры. Именно туда мы и отправились, чтобы окончательно разобраться в истории села. И нам повезло, в холле здания проходила выставка местной художницы, которая представила свои работы на обозрение публики впервые после окончания университета, в который она поступила, разменяв седьмой десяток. Prima mea lucrare care eu am făcut-o a fost icoana. Icoana Maicii Domnului. Моей первой работой была икона Божьей Матери. Я была тогда в Москве, это 2002 год. Я тогда попробовала, не закончила ее сразу, а через несколько лет, уже будучи дома. Также в Москве я попробовала себя в вырезке силуэтов, работала ножницами. После этого в 2003 году в Констанце я написала свою первую картину акварелью. И на этом все. Были еще несколько попыток работать с силуэтами, но это все. В 2007 я помогала мужу с росписью стен в церкви, и уже в 2018 году мой муж решил получить образование в Румынии, и я поступила вместе с ним. Елена призналась, что в художественное училище она хотела поступить еще в 70-х прошлого столетия, но не прошла по конкурсу. Слишком большая конкуренция. Но свою юношескую мечту она все же реализовала, чем доказала, что учиться никогда не поздно. В 2018 году я начала Учиться в Академии музыки, театра и изобразительных искусств на факультете декоративных искусств и дизайна. На занятиях мы не только осваивали разные техники написания картин, но и создания гобеленов. Все это повлияло на мои способности. Мне изначально нравилось изобразительное искусство, но у меня неплохо получается создавать и декоративную ткань. С коврами, конечно, сложнее. Нужно много времени для их создания. И те, что выставлены здесь, были сотканы во время учебы. На обозрение публики Елена Портореско выставила десятки своих работ, выполненных в разных стилях и технике, большинство из которых созданы во время обучения. Здесь есть картины, выполненные акварелью, масляными красками, чернографитным или так называемым простым карандашом, несколько гобеленов. Большинство из них — это пейзажи, также выставлены портреты, абстрактные изображения и не только. На некоторых картинах объекты кажутся настолько
настолько реалистичными, что их легко спутать с обычной фотографией. В детстве я не занималась изобразительным искусством, разве что на уроках рисования в школе могла рисовать. Мне это еще тогда нравилось. Все началось в академии. Было страшно вначале, но я себе сказала, что если поддамся страху, то точно ничего не получится. Поэтому взяла кисть, карандаш и взялась за работу. Потихоньку, маленькими шагами начали появляться мои первые работы. В организации выставки Елене помог местный центр творчества, находящийся на балансе Примарии. В этом учреждении людям помогают раскрыть свой талант и направить его в нужное русло. Сегодня, например, у нас выставляется Елена Портореску, выпускница Академии искусств. У нас в Малавате выставлялись и американцы, и мастера искусства из Кишинева. У нас есть несколько помещений, в том числе и больше этого, где мы организовываем выставки. Мы начали работать примерно в 2017 году. Мы помогаем организовывать выставки и детям. Следующая выставка уже готова, она будет состоять из детских работ. Мы их уже подготовили. Как минимум раз в 2 месяца у нас меняются экспозиции. То есть в Доме культуры всегда выставлены чьи-либо работы. Но не только выставками может похвастаться Дом культуры села Малавата. Изначально хочется отметить его состояние. Здание уже более 60 лет, но его руководителям удалось сохранить его в первозданном виде. Даже мозаика с фасада здания выглядит свежо и ярко. Сатовой каса де культуры был построен Lucrările s-au început în 1957. Здание Дома культуры было построено в период с 1957 по 1960. На этом месте раньше была церковь. Моя мама мне рассказывала, что на этом месте, где сейчас сцена, была колокольня. И вот моя мама с родителями ходили еще в эту старую церковь. Здание Дома культуры, которое сейчас вы видите, полностью идентично изначальному варианту. Мозаика с фасада здания сохранилась. Внутри тоже были сохранены все элементы оформления, в том числе созданы из гипса. Многие удивляются этому, потому что здание сохранилось и архитектурно, и состояние его неплохое. Рамы шокации, где этот аспект идентичный. Малавата хоть и небольшое село, но в местном Доме культуры жизнь бьет ключом, чего нельзя сказать обо всех других домах культуры в других регионах страны. Здесь занимаются творчеством и дети, и взрослые, причем не только из села Малавата, но и из соседних сел. У нас 6 творческих коллективов. Есть фольклорный ансамбль. Также есть вокально-инструментальный ансамбль, который объединяет и детей, и взрослых. Кроме того, есть отдельный детский вокально-инструментальный ансамбль. Еще есть коллектив, играющий на флуверах, танцевальные и изобразительные кружки. Поговорив об искусстве, мы добрались до библиотеки, чтобы расставить все точки над «и» в вопросах истории села. Первые документальные упоминания о селе Малавата датированы 16 веком, периодом правления потомков Штефана Челмари. Село Малавата впервые упоминается в официальных документах 10 мая 1574 года. В этом году мы отметили 448 лет со дня основания. Без сомнения, в этих краях и раньше жили люди, поэтому сказать точно, когда было основано поселение, сейчас невозможно. Здешние земли были переданы сыном Штефана воеводы, Иоанном воеводой, Пыркалабу Еремии. Был подписан соответствующий указ, где сказано, что эти земли переходят в ведение Иеремии и что они будут передаваться по наследственной линии. В те времена село входило в Аргеевский округ, его территория охватывала земли от Днестра и до леса. После смерти боярина Иоанна Гулия село передается в ведение монастыря Яс, который сегодня носит его имя. Для справки, монастырь, упоминающийся в истории села Малавата, действительно был построен боярином Иоанном Голия в середине 16 века. Впрочем, там, где официальной информации недостаточно, помогают местные легенды, которые бережно хранятся населением и передаются из поколения в поколение. В Малавате существует несколько легенд о появлении села. Об одной из них мы уже рассказывали, а второй нам рассказали в библиотеке. Днестр раньше не был настолько водным в этом регионе. Берега правый и левый были близко расположенными –
и люди могли свободно разговаривать друг с другом через реку. И можно было легко пройти через Днестр. Люди ходили друг к другу в гости. Девушки с правого берега влюблялись в парней с левого. Так создавались семьи. Существует легенда, и в Новой Малавате она тоже сохранилась. Согласно этой легенде, рыбаки с обоих сел часто сидели на берегу, рыбачили и общались соответственно. И в процессе рыбалки постоянно возникал вопрос, сколько рыбы сегодня словил. На что его собеседник, точно неизвестно с какой стороны он был, отвечал: «Маловато». Вот это слово и укоренилось у местных, и впоследствии стало названием села «Маловато». Конечно, сегодня рыбаки не переговариваются друг с другом с разных берегов, но прочные связи между двумя селами сохранились. Между ними регулярно курсирует паром, связывающий два населенных пункта. Но это уже другая история. Как мы уже отмечали, существует два села с названием Маловато. Сегодняшний эпизод мы снимаем в селе Маловато-Веке, но через Днестр на левом берегу Днестра существует поселение под названием Маловато-Ново. Оно было сформировано гораздо позже, чем Маловато-Веке. Между двумя Маловатами ежедневно раз в два часа курсирует паром. Он бесплатный, поэтому добраться до того берега не составляет особого труда. Можно, конечно, воспользоваться Дубосарским мостом и поехать вокруг, но тогда ваш путь увеличится и придется проезжать через зоны безопасности. Ну а Новой Маловате мы уже расскажем в одном из наших следующих эпизодов, когда доберемся до левого берега Днестра. Это была программа «Молдова и молдаване». До встречи!